Добрый день! Сегодня буду готовить обалденно вкусный жульен с курицей и грибами на сковороде. Для этого беру примерно 400 грамм куриного филе и нарезаю на средние кубики. Далее беру 300 грамм свежих шампиньонов и крупно нарезаю. Измельчаю одну среднюю луковицу. Затем беру примерно 150 грамм сыра твердых сортов, у меня российский, и натираю на крупной терке. Выкладываем мясо на разогретую с растительным маслом сковородку и обжариваем до полуготовности несколько минут. Далее добавляем курицу, нарезанный лук и жарим еще 3-4 минуты. Далее в сковородку отправляем шампиньоны и готовим до тех пор, пока вся влага не выпарится. Как только влага выпарится, посолите и поперчите по вкусу. Солью борщить не стоит, так как сыр уже имеет в себе соль. Обжариваем еще 5-7 минут до золотистого цвета на медленном огне. Далее берем 200 мл 10% или 20% сливок и заливаем мясо и грибы. И немного подогреваем все вместе. Сверху выкладываем сыр. Накрываем блюдо крышкой и выключаем огонь. Через 3-5 минут сыр полностью расплавится, и жульен с грибами и курицей можно уже подавать к столу. Получилась вот такая красота. По желанию можно украсить зеленью. Приятного аппетита! На этом все. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждут еще множество интересных и вкусных рецептов. До новых встреч!